Sony NW-WS-413. Спортивный MP3-плеер с наушниками. Устройство поставляется в картонной упаковке с прозрачной пластиковой вставкой. Внутри лежит USB-держатель с кабелем, обычные ушные вкладыши, вкладыши для плавания, регулируемая душка и документация. Перед нами небольшой MP3-плеер от компании Sony. А необычен он тем, что является и плеером, и удобными спортивными наушниками одновременно. Вся конструкция весом 32 грамма. Выполнена модель в черном корпусе с защитой от пыли, грязи, морской воды. Выдерживает погружение на глубину до 2 метров. А еще устройство может работать при температуре от минус 5 до плюс 45 градусов. Управляется плеер с помощью клавиш на левом наушнике. Чтобы зарядить наушники, их необходимо вставить в специальный держатель и подключить с помощью USB-кабеля. Время автономной работы составляет до 12 часов, а полностью устройство заряжается за 1,5 часа. Устройство поддерживает форматы MP3, VMA, MP4 и PCM. Не хватает поддержки формата VAV или FLAC. А еще емкость памяти у этой модели довольно скромная – всего 4 гигабайта. И нет модуля Bluetooth. Гибрид наушников и плеера от Sony может стать неплохим решением для тех, кто любит заниматься спортом под музыку. Надев герметичные вкладыши, в наушниках можно спокойно плавать и не бояться поломки. Конечно, если глубоко не погружаться. Из минусов стоит отметить небольшую емкость внутренней памяти и отсутствие технологии Bluetooth.